В Башкортостане вернут советскую систему распределения для работы на предприятиях. Пилотным учебным заведением станет машиностроительный колледж в Уфе. Компаниям региона предложат создать бюджетные группы студентов, которым потом будут обязаны отработать не менее 3 лет. Соглашение о реализации программы подписали руководители Минобра, колледжа и Уфимского моторостроительного объединения. Ну вот именно УМПО первым из предприятий создаст профильную группу по программе «Профессионалитет». Студенты будут обязаны проходить практику на заводе в течение всего периода обучения. На подготовку выделят из федерального бюджета 100 миллионов рублей, из республиканского 114, но УМПО окажет поддержку в размере 30 миллионов рублей. Помимо этого, предприятие будет поощрять отличившихся студентов дополнительной стипендии в размере от 800 до 5000 рублей в месяц. В региональном Минобре рассчитывают, что такую же практику возьмут на вооружение и другие компании республики. Общее количество бюджетных мест 450 – это то количество, на которое будут приниматься студенты в 2022 году на данную программу. И уже по прошествию дней открытых дверей мы понимаем, что фактически 2 человека на место у нас будет конкурс. Ну и с 1 сентября профессионалитет стартует в 42 регионах страны. Отмечается, что программа будет действовать только в среднеспециальных и образовательных учреждениях для популяризации рабочих профессий.